Этот парадный строй представляет действительно старую школу. Ведь почти что все участники международного турнира по баскетболу среди ветеранов в Калининграде начинали играть еще при Союзе. Самим соревнованиям стукнуло 15, причем все это время главными идеологами остаются те, кто в разное время поиграл в майках легендарного местного баскет-клуба. Сюда мы зовем тех, с кем уже давно знакомы, с кем мы давно дружим. И вот эти игры здесь, они, наверное, больше такая формальность турнира, нежели кто-то борется за золотую медаль. Это не Олимпийские игры, на самом деле. Это больше такой дружеский жест. Приезжайте к нам в гости. Здесь тоже умеют принимать и тоже вас всех любят. Вот. Это фанаты спорта. На здоровый образ жизни. Никто не курит в команде. Никто не балуется другими, так сказать, развлечениями. Одним словом, то, что называется здоровым образом жизни. Это самое главное. В честь юбилея турнир получил приставку на призы губернатора Калининградской области и привлек не только 3 местные дружины, но и 5 команд из Литвы, Эстонии, Латвии и основной России. В решающем матче схлестнулись баскет-клуб и Риби. Старту победу со счетом 56-40 одержали эстонцы. В командах играют не только ветераны спорта, но и любители, те люди, которые профессионально баскетболом никогда не занимались, но им всегда нравился этот вид спорта, и это означает то, что они уделяют, конечно, огромное внимание занятиям физической культуры, занятиям спорта. И вот эта вот деятельность спортивная, она всегда объединяет и дает площадку для общения, заводит новые какие-то знакомства, и это здорово. Мы видели сегодня выступление прекрасное Димы Тузова-младшего, да, а старший является руководителем с дюшор номер 10 как раз. И вот эта вот преемственность поколения, она должна существовать. А еще лучше, если она будет развиваться. Тогда мы будем получать больше хороших игроков и будет просто больше драйва. В качестве драйва постюбилейным соревнованиям предполагается внедрить женский ветеранский дивизион. Организаторам есть у кого брать пример, ведь в ближайших государствах Европы подобные форумы проводятся регулярно и становятся настоящими фестивалями любви к оранжевому мячу и баскетбольной корзине.